Южный Урал без наркотиков. Полицейские и общественники вышли на борьбу с распространением опасного зелья, вооружившись баллончиками с краской. Провели рейдовое мероприятие, в ходе которого выявляли и закрашивали на зданиях и сооружениях города надписи с указанием номеров телефонов и названий интернет-ресурсов, посредством которых осуществляется пропаганда потребления, избыт наркотических средств и психоактивных веществ. Таким образом, служители закона и активисты с баллончиками в руках обошли все районы Челябинска. По итогам рейда было найдено и уничтожено более 130 надписей. Полицейские говорят, теперь регулярно будут избавляться от подобной рекламы.